Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Я счастлива. Друзья мои, сегодня базарный день. Мы с Ашкемом пошли, намокли, промокли, потому что дождалась я, когда пойдет дождь. Сначала небо затянуло, гром, гроза, а потом как ливанул дождь. И как раз в этот момент Светлана и Индер вышли на улицу. Много мы не закуплялись. В основном мы купили, как вы видите, овощи, из фруктов мандарины. Деньги закончились, нам из-за дождя не пошли в банкомат. И сейчас мы вернулись, быстренько я посушила мужа и дала ему деньги, и он опять пошел за фруктами. Что принесет, не знаю. Взяли в основном, вот как вы видите, овощи. Для салата нам нужно, что необходимо. Мы едим каждый день салат, это очень замечательно. С лимонным соком, с оливковым маслом. Мой муж купил 5 литров оливкового масла. Шикарное масло вообще. Кто-то ему привез из соседей, свое личное они делают. Просто обалденное масло, без какой-то горечи, без ничего. Я сколько раз вот так покупала, и оно вот, оно пахло каким-то рыбьим жиром, можно так сказать. А это без запаха, обалденное масло. Сейчас покажу вам. Перелила его в такую баночку, даже уже стала кушать, готовить. Посмотрите, какое красивое. Посмотрите, какое красивое маслице, а? Вы видите? И вкусное, и пахнет очень. 5 литров мы купили. Так вот, продолжаю вам рассказывать. Вот эта вот капуста стоит 25 лир штука. Это 20 лир штука. Морковка, вот это вот два бурачка. И вот эта зелень, кажется, он заплатил 75 лир. Картошка по 16 лир килограмм. Грибы. Вообще они такие хитрющие, такие красивые, вот так вот выкладывают, свеженькие. А там себе сбоку насыпают вот такой. Полкило мы взяли, 25 лир. Кабачки 15 лир, вот такие. Так, брокколи 20 лир. Мандарины по 7,5 мы набрали. Сейчас посмотрим, что Ашкем принесет. Вот смотрите, у меня был перец и... Горький. Мы в обеде не пользовали. Мой муж не любит горькое. Вот не знаю я. А я обожаю горькое, да. Иногда хочется под пантуни что-нибудь такое. И вот он попросил туршу. Туршу это соленое. И что у меня было дома? Капуста, морковь, цветная капуста. Я вот посолила. Вот, пока еще не пробовали, пока еще это все рановато. Еще что я могу сказать? Вчера мы готовили. Что я готовила вчера? А, ну пирожки вы видели, мы только сегодня их доели, слава богу. Вот, такого ничего необычного, потому что как-то некогда. Вот я же делала эти беляши, все закончилось, наелись всего, ну и все. Цветочки мы поставили здесь, потому что, чтобы их не сдул ветер. Ночью. Смотрите, какая погода у нас. Ой, как я не люблю этот гром, если честно. Ашки мой пошел еще на базар, намокнет, наверное. Не люблю я этот дождь. Дождь, ладно, пусть будет, но вот этот гром, когда гремит, это мне совсем не нравится. Соседка там моя курит на балконе. На вот этом, на первом этаже ремонт там делают активно. Шумели они с утра. У нас в доме вот 3 квартиры продаются. Раз, два, видите, сателлык написано, и 3. Вот. Я не знаю, почему так продаются. А я сейчас вам объясню. Покажу вам на фоне моей нейрографики. Я рисую каждый день. Почему продают квартиры сейчас? Я вам сейчас все это объясню. Потому что сейчас, как мне объяснил мой муж, есть очень выгодные условия. Выгодные условия сохранения и приумножения денег. Допустим, если вы 3 миллиона кладете в банк, вам дают 40 тысяч каждый месяц, если я не ошибаюсь, или в год. Но неважно, и поэтому все сейчас выселяют своих арендаторов, продают квартиры и зарабатывают таким образом.
Я не знаю, насколько это правильная ли информация, но вот так вот мне объясняет каждый день мой муж. Вот. Сегодня вы меня видите без макияжа. Естественно, такая, какая есть. Естественно. Вот. Недавно постригла волосики свои чуть-чуть. Я их не знаю я. Посмотрите, как потемнело сразу, да? Потемнело как. Видите, какая погодочка. Сильный дождик такой. Сразу все разбежались. Дождик хорошо, когда ты дома сидишь, да? Закрыто у меня плотно ли? Плотно закрыто мои окошечки. Ой, я такая довольная вот этими рамами. У нас вообще звукоизоляция такая классная. Ничего не слышно. И правильно ли у нас окна? Или нет, вот что-то я смотрю и не пойму. Или неправильно закрыто. Или поменять надо. Что-то не могу сообразить. А, правильно, правильно. Вот это середина. Ну, вот такие, такая погода у нас. А кто-то еще вещи перевозит. Вы видите? Вау. Видите? Вот. Вот видите, вещи кто-то перевозит. Не повезло людям. Я же говорю, сейчас все продают свои квартиры и деньги кладут в банки. А это моя нейрографика. Вчера рисовала я. Это я позавчера рисовала. Рисую каждый день. Видите? И вот у меня рисунок такой есть. Это то, что касается вот последней, да? Треугольники мои. Вот такой рисунок тоже. По-моему, я его показывала вам. И вот такой красивый. Яркий. Сейчас у нас будет топ-ланты скоро. А сейчас у меня работа с партнером ждет меня. Со Шкемом королевский ужин. Вот сейчас я все это сделала, друзья мои. За меньше часа. Рыбка соленая, капуста с кабачком для меня, картошечка, салатик, фасоль, мусоль. Все, Ашкин кушает. Приятного аппетита нам, да, Ашка? Они все время дерутся. Вот вечно не находят общий язык. Мужика им надо. Мужика им надо, посмотрите. Что вы хотите? Что вы хотите? Почему вы не находите общий язык друг с другом? Девочки мои, мама вам и салатик кинула, листочек. И кушать есть. Посмотрите, она прилетела, эта девочка, к телефону. Мы такая у нас хорошая, такая хорошая, общительная. Как она любит телефон, вы видите? Вы видите на мою девочку? Принцессочка моя, тебя Шекер все время обижает. Обижает тебя. Шекерим? Шекерим? Шекерим. Постоянно у них этот. А тут у них яичко. Все есть. Вот такие грязнульки у меня. Сейчас буду... Они у меня были вот там вот сидели. Смотрите, видите? Цвет все разбросано. Не видно, да? Ну такие хулиганки. Добрый вечер. Какая у нас красивая сковородка. Сегодня я решила сомон. Муж купил. Муж купил 1,5 килограмма. Это я пожарила. Ашкем вер ер. Чабук-чабук, хагыр. Ру
руки у моего мужа с одного места выросли. Вот такой у нас сегодня ужиночек. Ужиночек, ашки чимчик, ашки том лабирабе, ашки пюре. Пюре же я делала эти. Пирожок, бюрек, яптымо, колды. Ну все, мы будем ужинать. От своих знакомых, подписчиков, родственников я слышу, что все подорожало. Посмотрите, у нас как все подорожало. В Турции 400 лир стоит килограмм кебаба, таш кебаб. Видите? Вот, еще скидки есть. Какие цены? 438 стоит килограмм говядинки. Да уж...